Этот корабль из стали. И по какому-то странному волшебству, которое я не могу понять, он не тонет. Значит, вы транспортировали трупы, установили их на морском дне, построили платформу размером 400 квадратных метров, и никто вам ничего не сказал? Нет. По крайней мере, до прибытия бур-установки. Бур-установки? Да, для поиска питьевой воды. Чтобы получился самый настоящий остров, нам понадобилось автономное водоснабжение. И мы начали бурить скважину. И все-таки он прекрасен, да? Да, он невероятен. Сеньор Каризи, вам очень повезло, что вы так молоды. Знаете, что мы делали с такими умниками, как вы, на пути к Бенгази? Мне очень жаль. Наведите орудие и сделайте пока два предупредительных выстрела. Это слабонервные юнцы, они сбегут, как только почувствуют запах пороха. Да, сеньор.